Начнем выпуск с трагедии в семье известных артистов. Сегодня утром в ДНТ «Перспектива» сгорел дом известного артиста театра, песни и танца «Байкал» Аюра Тогданова. Возгорание началось примерно в 6 часов утра. Из объятого пламенем дома глава семейства вместе с супругой успели спасти детей. Дом, гараж с автомобилем, документы и прочие ценности уничтожены огнем. При приюте первых пожарных подразделений горел мансардный этаж жилого дома, а также гараж, пристроенный к дому. В результате пожара выгорел мансардный этаж на площади 84 квадратных метра. Гараж на площади 48 квадратных метров. Выгорела изнутри кухня, а также автомобиль Toyota Camry, находящийся в гараже. Проснулись, не поняли, что это такое, думали, это ветер или что ли. Вот, когда выглянули в окно, уже видно было уже отражение даже от снега, то, что крыша горит, и было красно все. Вот. И единственное, то, что думали, то, что как бы детей спасти, и побежали в детскую комнату и в окно вынесли. Вот, как проснулись, чем было, вот, одеяло, кофточку там сверху накинули, и только так спаслись, и все. Сам Аюр Тогданов считает, что причиной пожара стал отопительный котел. Сейчас артиста поддерживают его коллеги, родственники и друзья. В поддержку семьи художественного руководителя театра «Байкал» совместно с государственным цирком Бурятии готовится провести концерт, который состоится 15 февраля в театре оперы и балета. Желающие помочь семье артиста могут перечислить деньги по реквизитам, указанным на экране.